Popular Mechanics – таинственный танк может заменить армату. Загадочный танк может заменить долгожданную армату. Об этом говорится в публикации американского издания Popular Mechanics. Автор публикации Кайл Мизаками пишет, что производственные проблемы смогли позволить проекту «Бурлак» занять место «Арматы». В июне 2015 года правительство России представило «Армату», которая была разработана для замены старых танков Т-72-3 и Т-80 в арсеналах сухопутных войск России. Недавно в сети появились фотографии таинственного проекта «Бурлак». Стоит отметить, что речь идет не о новой машине, а о боевом отделении, которую модернизация отмечает, что эта конструкция позволит России использовать уже имеющийся запас танков, а также существующее производство. По мнению Кайла Мизаками, одной из особенностей, которая делает «Бурлак» более доступным и более простым в производстве, чем «Армата», является использование шасси Т-80. Этот танк посчитали неисправным, поскольку его газотурбинная силовая установка была ненадежной. Однако Россия построила около 3000 Т-80, и поэтому сотни, если не тысячи, образцов все еще хранятся на складах по всей стране. Модернизация и новая силовая установка могли стать достойной базой для башни «Бурлак». Может ли «Бурлак» заменить «Армату» в российских танковых дивизиях? Задается вопросом автор публикации. Обозреватель американского издания пишет, «Бурлак также хорошо вооружен, а низкая стоимость производства, безусловно, делает его привлекательным, поэтому, что Т-14 может хоть и временно, но уступить место «Бурлаку». Ранее «Полит России» рассказывала, что обозреватели американского издания Military Watch объяснили, как ВВС Алжира стали доминирующей силой в африканском регионе благодаря России. Всем спасибо за просмотр.